Приятные новости проходят из мира спорта. Хоккейный клуб «Чебоксары» одержал победу над командой из Мордовии. Домашний турнир завершился со счетом 3-2. Вообще, чувашские хоккеисты сезон начали уверенно, одержав победу в 5 матчах. Тем временем в Чебоксарах продолжают создавать условия для занятий этим видом спорта. За несколько месяцев до начала календарной зимы в столице республики начали строить новые хоккейные коробки. За последние годы в Чебоксарах обустроили 15 хоккейных коробок. Недавно новый спортивный объект появился во дворе дома по проспекту Мира. Здесь установили пластиковые борта, защитную сетку и бытовку для проката коньков. Обслуживать хоккейные коробки зимой будут подрядчики. На них возложили обязанности по уборке льда и контролю за порядком. В ближайшее время современную площадку построят и во дворе дома номер 47 по бульвару Митова. Здесь предстоит заменить старую коробку, возведенную еще в советский период. В рамках проекта «Открытый город» люди, горожане оставляют заявки, говорят о том, что на данной территории когда-то была хоккейная коробка, хотели бы видеть ее, хотели бы заниматься на данной хоккейной коробке. Дети на ней бегают, то есть она востребована. Таких заявок очень много, но администрация города ведет полномерную работу. То есть в прошлом году было установлено прям массово 6 новых хоккейных коробок, то есть реконструировано и установлено. В этом году такие 3 хоккейные коробки.